Вот у нас проходит ужин. Вот и Сиви пошел пинатик ночью за медом. Да, кошечки. Куда пошел-то? Ложку-то возьми с медом. Так, вот ты дорогой не ешь, а вот одна идет ездри, а другая тебе, а ты си мама разделит. И завтра за змеи, как она снимает, обслуживает. С самого начала утра. И все, мед вкусный? Вкусный, да? Ты его кормишь, да? Ездра и Севя кормят. Хлебушек ему даем. Хлебушек. Покорми. Вкусный. Забота о ближнем. Молодец. По-евангельски. Да? А что у тебя голос-то не слышен? Чёрная. Ну все, хочу сказать слава Богу за все. Аллилуйя.